Многодетная семья Кобер – одна из тех счастливых семей Кузбасса, которые бесплатно получают барана и овцу в рамках областной акции. Олеся и Сергей – фермеры опытные. На их частном подворье есть все условия для содержания мелкого рогатого скота. Всего в Ленинск-Кузнецком районе по паре этих животных получат 12 многодетных и малообеспеченных семей. Я посмотрел, вот у людей ухоженный двор, цветочки, семья многодетная, трое детей. Приятно таким людям давать, потому что понимаешь, что это пойдет впрок. И, конечно, то, что вот я сейчас передавал слова благодарности губернатору, то я, когда вот это говорил, то, конечно, я бы в словах благодарности хотел бы от себя губернатору, потому что это же то, что губернатор заботится о людях вот нашего района, это же и большая помощь для местных властей, для нас тоже. Вот, и, в общем-то, значение имеет большое, и я думаю, что будет еще больше значения иметь, когда вот эти вот животные дадут приплод. В большом хозяйстве семьи Кобер сегодня пополнение. В этот загон селятся баран Тимошка и овечка Маруся. В планах опытных фермеров еще расширить стайку и приобрести коров. Тимошка и Маруся в загоне освоились быстро. Сейчас им примерно 8-9 месяцев. А значит, при правильном уходе и хорошем питании уже зимой овечья семья может принести потомство. Себе и на продажу. Но мы пока будем разводить, пока мы даже ничего трогать не будем, ни себе, как бы, что пока мы разводить будем. А вот сколько примерно нужно времени, да, чтобы они начали давать потомство, и вот чтобы уже можно было их продавать? Я так думаю, что уже к следующей весне уже они должны даже, может, зимой, смотря как погулялись, я думаю, что к весне они уже должны уже обогниться. Кстати, ухаживают за животными не только Олеся и Сергей, но и их дети. Исключение составляет разве что 9-месячный Матвей. А вот Лена и Артур с удовольствием помогают родителям вести домашнее хозяйство. По словам главы Ленинск-Кузнецкого района Алексея Харитонова, малое фермерство в сельских поселениях развивается. И если крупный рогатый скот семьям содержать проблематично, то те же овцы или козы довольно неприхотливы. Благодаря областной акции этих животных в селе станет значительно больше.